Всем привет. Ну что, устроим небольшие пострелухи. Вроде так винтовочку пристрелял нормально. 12 метров лупит, прям нравится. Пуля осталась подобрать. Ты комар мешает, зараза. Ну что, погнали? Ну а теперь думаю, сейчас еще сделаю все-таки отстрел по бумажной мишеньке на 12 метров. Посмотрим, что из этого получится. И будем, наверное, закруглять сегодняшние пострелушки. Уже часа на 3 стреляю, сижу. Надо будет оружие потом чистить. Чищу каждые 200-300 выстрелов. Поехали. Ну вот у нас так полетел домик пили, значит, две в пулю и одна в отрыве. Как-то так. Блин, хуже, чем здесь. Чем 0,86, значит, 0,86 больше подходит. 0,5 легенькая сильно. На ней тоже можно лупить. Я думал, вот это будет золотой серединой, но нифига. Или прицел что-то подбился, или вот это я просто как-то увожу. 0,51.
мазал. Тут у нас вот такая куча. Три пуля в пулю, одна вот отрыв и одну я вот смазываю. Так-то. Тут уже, конечно, у нас такая куча на пристрелке. А вот это после пристрела. Пальцем закрываю. О, большим. Как-то так. 12 метров, 5 из 5. Домит, пелец, пульки. 0,86 грамма. Всем удачи, метких выстрелов.